Так, всем привет, продолжаем играть PUBG. Ну что, на тестовом сервере 17 гигабайтов какое-то обновление. Походу, скины или не знаю, что завезли. Поздравляем за достижение, так, ну это понятно. Какие-то ботинки нам дали, но на тестовом сервере нас это не интересует. Так, обновленная какая-то фигня, тут я смотрю. Ага, бинт, аптека, так. Ага, вот что сделали. То есть вчера писали о том, что будут, то есть теперь можно будет мало того, что ты можешь как бы бесплатно, да, вот это вот 3 раза ты можешь бесплатно поменять квесты, но при этом ты можешь еще, при этом ты еще за БР, то есть чтобы БР не копились у людей, есть возможность, нафиге, 1500 на самом деле много, да, ну 200 конечно мало, 300-400, но то есть ты за БР можешь поменять задание, и будет более выгодно для тебя какое-то, да? Например, кто-то килл, кто-то, например, выживает, там 15 пинтов для кого-то лучше этот квест сделать, чем, например, сделать там, не знаю, 2 килла каких-нибудь. Так, интересно. Ясненько. Еженедельные задания. Ага. Так, а что у нас цена? Ага. Так, а что у нас тут? Изменилось что-нибудь? Ничего, да? То есть добавили только то, что эти. Так. Ясно. Добавили только в задание. А, блин, офигеть, 17 гигабайт, господи. Серьезно, это 17 гигабайт весит все. Жесть, конечно. Так, ну это понятно. Бонусный опыт, что? X3. Опыт X3, короче. 2 дня сейчас идет на пушки, видимо, да? Или на что? То есть, видимо, ну, то есть новшество, то, что ввели БР, вот эти валюту, вот эту, можно тратить на замену заданий. И все. И это было 17 гигабайт, серьезно. Ладно. Ну, естественно, этим пользоваться никто не будет, мне кажется. Ты зачем тратить БР? То есть, прикинь, тратишь 1500. Ну ладно, окей. То есть лучше сундук купить какой-то рандомный, может тебе выпадет какая-то шмотка. По крайней мере, симпатично, может быть, я не знаю. Ясно. Ясно.